Красота и здоровье. Необходимые витамины для красоты и здоровья. Часть 7. Мы продолжим наш разговор о витаминах, которые отвечают за нашу красоту, гладкую кожу, шелковистые волосы, стройную фигуру и легкую походку. Ярким представителем необходимых витаминов для красоты и здоровья является витамин С. Витамин С или аскорбиновая кислота очень важен. Без него нормальная жизнь невозможна. От него зависит здоровье зубов и кожи, образование кровяных клеток, работа кишечника и иммунной системы. Чем старше становится женщина, тем нужнее ей витамин С. Именно аскорбиновая кислота способствует образованию коллагена, ответственного за эластичность кожи. Он также укрепляет стенки сосудов и капилляров, улучшает цвет лица. Витамин С повышает иммунитет и сопротивляемость организма простудным заболеваниям. Когда его мало, мы слабее, становимся вялыми и раздражительными. Кожа сохнет и волосы выпадают, особенно сильно. Витамин С в большом количестве содержится в шиповнике, черной смородине, облипе, красном сладком перце, также в других свежих фруктах и овощах. Аскорбиновая кислота разрушается при термической обработке, поэтому овощи, фрукты и ягоды желательно употреблять в свежем виде. В зимнее время больше всего витамина С в квашеной капусте, а других витаминов вы можете узнать в следующем видео. Нажимайте на кнопку, подписывайтесь на канал. Если вам понравилось видео, вы знаете, что нужно сделать.